в порт как он называется? О, он порт слева. Жишев. Да, нам туда налево. Налево. Ну ты нас здесь оставляй, а мы да, будем разбираться. Ну я может туда зайти? Да нет. Туда? Ну как хочешь. Может туда, я да. Посмотрю, что там было. Бараки, тоже старое здание. Примерно того же возраста, как мы видели в эти, типа садик, которые уже потом были школой. Да. Садик, школа. А? А, то если не закапывают кого-то, видишь, что? Круто. Здесь сейчас инка заезжает. Что, можно тут походить? Ну, возможно. А как вы поняли? Там замок какой-то опять. Поворот. Надо спросить. Ну, я из зимы здесь. Спросил уже, блядь, это было. Ну, какая Паджеро, смотри, как сила, Паша. Так, ну что, пошли, пробуем в обход. Зашли. Вон здание. Что, левее давай обойдем за вот это? Смотри, левое это лес. Наверное, здесь ключи могут быть. Жилье чье-то. Это у нас что? Электрика какая-то. Фонарь был, наверное. Но это современные домики. Может быть там... Это мусор. Вообще без ручки. Здесь видно, что внутри. Это вот комната. Я думаю, да, светло что-то с той стороны. Как-то так оно выглядит. И задней стенки нет. Шершни. Что, они спариваются? Наверное. Гнездо где-то рядом может быть. О, вот оно. Ой, нет. Я ушел. Все, пока. Смотри, там еще внутри под крышей. Иди отсюда. Не, ну да, надо аккуратно их не нервировать. Вот дальше у нас обратная сторона, где мы видели эту стоянку гаражи. Здесь, по-моему, кусок ключа остался даже. Или это такая скважина, или забили чем-то. Здесь? С таким загоном. Видишь и выход. Сейчас посмотрим. Да, кстати, да. Есть что-то? Значит, животное на выгуле где-то, да? Капец. Сейчас я обхожу вокруг. Это ловушка для этих кабанов. Там есть надпись где-то? Бумага от блудику. Сейчас. Там взброненный. Ага. Внутрь не лазить. Так, в общем, здесь есть кабаны. Шершни кабаны. Может, он здесь где-то? Ну, туннель перекрыт вот этот. Нет, там его нет. Ну что, поймали. Они плавать умеют? Здесь тропинка, кстати, смотри, по периметру. Тут сильно вымерло, слышишь? Да, там тропинка видно. Тут, думаю, ну. Здесь... ну или бегают там, да. Занятия спортивные, еще что-то. Кабаны бегают. Три лодки. Тоже такие же домики. Здесь лучше состояние, похоже. Как тут хорошо, да? Тоже была какая-то развлекуха. Это турбаза, похоже на то. Ямы какие-то, покопано. Вот тут первое здание, там загон для кабанов. Да, да, вижу. Заметьте, мусор нигде не валяется. В отличие от тех других мест, что мы видели. Ну, то есть под асфальта оно выросло, смотри. Походу, да? Да, выросло. Так это когда его стелили, такое дерево вымахало. Поворота нет. Здоровые. Снова яблоня, да? Как на том порту. Покушаем яблочек. И вот те ворота, к которым мы подъехали. Там какая-то табличка, кстати, была. Да. Ну да. Ну. А есть, если хочу посмотреть, что там, уже сразу вода или может еще что-то есть. Вот.
спуск парадный. О, мост. Смотри, можно выйти вообще на частный сектор выйти. Не знаю, там есть табличка какая-то. Ловля рыб. И черные воды забрали. А, черпание. Да. Угу, забор воды ловля. Рыбы. Вот так вот. А воды, кстати, не очень много. Ну и так можно на внешний периметр типа выйти. Он кемпинг чей-то. Там, наверное, тропинка. Пройдем? Ну как, пройдем. Вот это дамба. Да? Опять табличка, типа, запрещено там, да, что-то, купаться. И так далее. Видишь, тут вода стоит, а там движение воды, да? Закончилась, да, у нас здесь тропинка, идет поворот, и только что выскочил олененок маленький. Ну, нашли такую будку. Ну, это сколько там метров 50 от того места, где вода. Ну, если что, ты знаешь, от кабана можно сюда выскочить. Давай. Кстати, смотри, как траншея выглядит. С тех времен, может быть, еще осталось. На камеру, наверное, не будет пойти, то что на горе траншея. Ну, преодолеваем возвышенность. Тропка, наверное, вот этой косульки. Или олень, или кто он. Ну, убежала. Она за кем-то убежала, мне кажется. Она? Да. Мне тоже показалось, что вроде как еще что-то левее двигалось. А я камеру, наверное, не ту сторону держал тогда. Я на звук машины оглядывался. Ну, вниз она туда пошла, да? Да. Ладно, на выход. Все мы видели. Сюда? Через низину и там наверх. Вот, собственно, след. О, здесь высокая трава, тут не очень прикольно. Бетонное, смотри, ограничение, ступеньки. Снова у нас это древняя Греция, да? Самой исторической той памятки, можно сказать, не осталось здесь. Ну, все, что осталось старого, используется сейчас как СТО. Тут у нас уже выход. Будем выходить. Откуда и начинали. Форт Вовжишев. Все, что от него осталось. Идем дальше. Тоже старое здание, но уже будет новое. Да, уже все. Коврик уже чуть-чуть валяется. Чемодан распотрошенный. Да. Все, будем завершать трансляцию. Всем спасибо. До связи. Едем дальше искать приключения. Еще есть дофига фортов непройденных. Пока они не проданы, не закрыты, не уничтожены.